Краснодарский бессмертный полк побил рекорд по количеству участников. Сегодня по Красной с портретами дедов и прадедов по подсчетам организаторов прошли более 40 тысяч человек. Это в 8 раз больше, чем планировалось. Колонну на Театральной площади поприветствовал глава региона Вениамин Кондратьев. Люди поздравляли его в ответ, многие фотографировались на память. Бессмертный полк пронес по улицам не только портреты героев войны, но и копию Знамени Победы. Шествие возглавляли 10 машин грузовых и легковых, которые сохранились со времен Великой Отечественной. Очень много орденов, но умер от старости. Это мой прадедушка Червонный Дмитрий Кириллович. Воевал под Курской дугой. Портрет прадедушки, который служил на Белорусском фронте, был пехотинцем, прошел всю войну, но, к сожалению, 8 мая погиб.